Здравствуйте, читатели «Блокнот Воронеж». Сегодня мы проведем прямой эфир с кардиологом медицинского центра «Саквояж здоровья» Марией Кулагиной. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Давайте, пока к нам читатели и зрители присоединяются, обсудим общие вопросы. И для начала расскажите, при каких симптомах необходимо сразу обращаться за медицинской помощью к кардиологам? Ну, не только кардиологам вообще обращаться за медицинской помощью сразу нужно, если что-то возникло у вас впервые в жизни. Если появились резкие боли в грудной клетке, каких не было до этого никогда. Если они выражены интенсивности, если они отдают в левую половину грудной клетки, в левую половину шеи, если они сопровождаются чувством страха, повышенным потоотделением, сопровождаются одышкой, если впервые появилось сильное головокружение, очень интенсивная головная боль, то есть какие-то острые вещи, которых вы не можете самостоятельно дифференцировать, что это, надо обращаться за медицинской помощью. Вот такие, как я вам рассказала, это за скорую медицинскую помощью. И в случае, если вам исключили острую патологию, у вас нет инсульта, инфаркта, все нормально, вы тогда непременно идете как можно скорее на прием к доктору-кардиологу для того, чтобы обследоваться, для того, чтобы выяснить причину, ну и получить правильное лечение. А как часто нужно проверять сердце, если нет каких-либо острых патологий? Ну, я думаю, здесь больше зависит от возраста. Если вы молодой, здоровый человек, то там без остановок проверять сердце, конечно, нет смысла. Вы периодически, допустим, возраст от 80 до 40, и возраст старше 40, это совершенно разные подходы. Молодые люди должны проверять свою сердечно-сосудистую систему раз в несколько лет. Проверить ее можно, записав электрокардиограмму, то есть оценив функцию проводимости, сократимости и измерив артериальное давление. Если возраст у нас больше 40 лет, либо если у нас имеются какие-то факторы риска, такие как плохая наследственность, у близких родственников в раннем возрасте были инсульты, инфаркты, если избыток массы тела, там, высокий холестерин, то есть совсем человек не может считаться абсолютно здоровым, в таком случае надо почаще, но не меньше, чем раз в год. Это при отсутствии жалоб. А какие сердечно-сосудистые заболевания передаются по наследству? По наследству передаются предрасположенность к заболеванию, то есть оно может возникнуть, может не возникнуть, зависит от того, какие условия жизни, какой образ жизни ведется. Передается предрасположенность к гипертонической болезни, передается предрасположенность к ишемической болезни. Есть группа заболеваний, наследственные гиперхолестеринемии, когда очень молодых людей без видимых причин, высокий холестерин в крови и, соответственно, все осложнения, связанные с атеросклерозом, развиваются, не по их вине, но здесь требуется совершенно специфическое лечение. То есть, если есть какая-то предрасположенность, то необходимо проверить. Необходимо провериться. Если выявлено отклонение, то их корректировать. Если не выявлено, то за ними наблюдать, держать под контролем свое состояние здоровья. А как часто следует посещать доктора? Если совершенно. Если есть. Да. Раз в год проверяться, да. Чаще смысла нет. А что негативно сказывается на сердце? Негативно сказывается. Общий высокий темп жизни, то есть нервная работа, отсутствие выходных, ночные смены, неправильное питание, низкая физическая активность, курение, злоупотребление алкоголем, прием каких-то запрещенных веществ, которых не озвучиваются пациентами очень редко. Очень часто бывает в тренажерных залах молодые люди занимаются, им там предлагают какие-то препараты, они их принимают, потом происходит нарушение здоровья, что они принимали, они не знают, нарушения очень тяжелые. Вот это то, что зависит от человека, такие факторы, которые можно убрать, которые можно предотвратить. Их действия. Кофеин сказывается на здоровье сердца? Злоупотребление, да. Прием в разумных пределах болезнь не вызовет. А какой вид спорта наиболее полезен для сердца? Вот раз мы заговорили про тренажеры. Для сердца полезна любая физическая нагрузка, но полезна она в разумных пределах, то есть эта физическая нагрузка должна быть постепенная, она должна быть дозированная, она должна быть регулярная. Она не должна быть чрезмерной, это не должны быть соревновательные виды спорта без подготовки. Полезна очень ходьба, небыстрый бег,
плавание, лыжи, коньки, если есть соответствующая подготовка, есть ну, кардио, различные тренировки, но все это должно быть под контролем, то есть постепенное вхождение в нагрузку, постепенное поддержание. Не все нагрузки может обычный человек без подготовки делать, то есть это надо под контролем тренера либо доктора все это проводить. Первый вопрос у читательницы. В 24 года часто страдает от повышенного давления. О чем это может говорить и какие анализы сдать? Обследоваться нужно у кардиолога и у невролога. Нужно исключить симптоматическое повышение давления, то есть повышение, которое связано с патологией внутренних органов, может быть либо болезни почек, какие-то воспалительные, либо камни, либо патология со стороны эндокринной системы, патология щитовидной железы, надпочечников. Это надо исключить один раз. После того, как она это исключит, ей необходимо у кардиолога проверить обследование, пройти суточный мониторинг артериального давления, чтобы посмотреть, какое давление в среднем в течение суток, в каких ситуациях оно повышается, какое оно ночью, какое оно во время работы, какое оно в покое, то есть суточный профиль, посмотреть давление. Если оно действительно повышено, тогда уже ну, принимать какие-то решения. Обследовать общий анализ крови. Низкий гемоглобин может значительно усугублять общее состояние и вызвать вот всякие сбои. А зависит ли давление от погоды? Ну, напрямую от погоды оно не зависит, но метеочувствительность – это явление, ну, как бы давно доказанное, давно известное, и определенные изменения у метеочувствительных людей при перемене погоды происходят. Не всегда это подъем давления, не всегда это снижение давления, это может быть головные боли, связанные с изменением тонуса сосудов, но здесь советуют вести здоровый образ жизни и закаливание организма, то есть тренировку сосудов, чтобы это предотвратить. И раз мы заговорили про давление, что подразумевается под понятием нормальное или рабочее давление? Ну, по цифрам артериального давления, вот в конце 2018 года были пересмотрены европейские рекомендации, к цифрам был изменен подход в сторону уже значения цифр артериального давления. Артериальное давление, которое измерено доктором на приеме, должно быть ниже 140 на 90 в любом случае. Артериальное давление, которое измерено дома, должно быть ниже 135 на 85. И по суточному мониторированию есть среднее дневное, должно быть 135-85 и ниже, среднее ночное 120-80 и ниже. И вот по этим параметрам тогда уже определяют, есть ли повышение артериального давления, стойкое, нестойкое. Это давление, единственная поблажка делается, ну не поблажка, это особенность людей старше 80 лет, при котором их давление целевое, не всегда мы снижаем 130-140, допускается до 150. Это связано с тем, что кровоснабжение головного мозга при чрезмерном снижении у пожилых людей в силу коморбидности может страдать, поэтому при хорошей переносимости им тоже мы достигаем цифр 130-80, при плохой переносимости низкого давления допускаем до 150, не трогаем такое давление. И вопрос от читательницы. Подскажите, стоит ли беспокоиться, если периодически сбивается сердечный ритм, но никаких серьезных заболеваний никогда не было? Ну, беспокоиться без причины не нужно, надо разобраться, почему он сбивается. Причину довольно часто удается найти, надо обследовать и общий анализ крови, посмотреть, какой гемоглобин, надо обследовать функцию щитовидной железы, надо обследовать биохимический анализ, определить электролиты крови. Если все это неплохо, то есть причину для того, чтобы нарушался ритм, надо пройти обычное исследование холтеровское мониторирование. В течение 24 часов будет писаться электрокардиограммка. Во время нее посчитается количество неправильных сокращений, так называемых экстрасистол, их разновидности. Есть количество нарушений ритма и качественных составов, которые характерны для здоровых лиц. Есть, которые вызывают озабоченность, и в таком случае надо органическую патологию сердца искать. Если эти экстрасистол будет небольшое количество, характерно для здоровых лиц, вы просто успокойтесь, что это вариант нормы, что делать ничего не нужно, и дальше будете жить. Подскажите, вот читатель, а влияет ли коллапс митрального клапана на качество жизни? Пролапс митрального клапана – это малая аномалия развития сердца. Раньше
ее вообще не выносили даже в диагноз, считалась она вариантом нормы, сейчас она относится, вот в диагноз выносится как малая аномалия, может влиять, может не влиять. Это состояние, которое требует динамического наблюдения, требует исследования эхокардиографии УЗИ сердца в динамике. Если степень нарушения работы митрального клапана минимальна или отсутствует вот, митральная регургитация, то никакого влияния не будет. То есть можно спокойно с ним жить и 100 лет, и он никак не повлияет ни на продолжительность, ни на качество. Может вызывать определенный дискомфорт, наличие пролапса митрального клапана может вызывать покалывание в области сердца, болевые ощущения, бывает и такое. И вот следующий вопрос. Девочке 13 лет. Холтер показал трепетание предсердий, блокады аритмии смешанного типа. Но это в любом случае не вариант нормы ни для взрослого, ни для ребенка. Это надо обследоваться, но единственное у детского кардиолога, потому что у детей особенно устроена вся система, еще происходит формирование проводящей системы сердца. Может быть, в 12 лет у нее гормональная перестройка организма начинается, поискать причину, которая вызвала. Но у девочки, наверное, нет никакого порока, раз в 12 лет впервые обнаружили какие-то изменения. Но нуждается в дообследовании. На самотек пускать нельзя. Вот какой у нас ответ. Подскажите, гипотония и гипертония лечатся или они только вот поддерживаются? По гипотонии вопрос, да, он как бы многократно поднимается. Специфического лечения гипотонии нет. Здесь проводят исследования, выясняет, не симптоматическая или это гипотония, не какой-то симптом какого-то системного заболевания, тогда при лечении его она может стать меньше. Если это такая, связанная с конституцией гипотонии, то просто помогает человеку адаптироваться к ней, жить с ней, потому что специфического лечения гипотонии нет. Относительно гипертонии, если это симптоматическая гипертония вызвана заболеванием какой-то органов и систем, то при устранении причины может уйти. Если это эссенциальная гипертония, без причины, связанная в большей степени с пожилым возрастом, вылечить ее, конечно, не получится, но контролировать давление нужно, чтобы не было осложнений. А какие осложнения могут быть? Осложнения – это все сердечно-сосудистые катастрофы, это инфаркт, инсульты, внезапные сосудистые смерти и сердечная недостаточность. А чем грозит пониженное давление? Пониженное давление может сказываться, вызывать низкую работоспособность, какие-то головные боли, головокружение, как неврологическую симптоматику. Но здесь надо с неврологом советоваться, чтобы он обследовал, чтобы он, если нужно, назначал лечение, общеукрепляющее, занятия физкультурой, спортом. То есть к этому давлению надо будет адаптироваться и жить с ним дальше, потому что изменить ничего нельзя. К сожалению. Может быть, к сожалению, может быть, нет. Трудно сказать. Подскажите признаки, по которым человек может распознать инфаркт у себя или окружающих, и какую помощь необходимо оказать человеку в данном случае? Если этот инфаркт классический, то получится у человека распознать это остро возникшие боли за грудиной, либо в левой половине тела, которые иррадиируют в левую половину шеи, под левое предплечье. Они возникли без видимой причины, они не проходят определенное количество времени, они высокой интенсивности, они сопровождаются чувством страха, смерти. То есть это необычное банальное покалывание, которое возникли или которое периодически бывает у человека. В таком случае, если это произошло дома, да, мы не уверены, есть инфаркт, нет, но мы должны человеку помочь. Первое наше действие, мы должны вызвать скорую помощь, потому что дома мы не можем снять кардиограмму, не можем взять анализы крови, определить тропонины. После того, как мы скорую вызвали, причем при вызове скорой помощи, мы должны объяснить, что у нас боли в сердце у пациента, мы подразумеваем острую патологию, достаточно нормально объяснить, в таком случае скорая приедет побыстрее и приедет специализированная бригада кардиологическая. А человека, которому мы хотим помочь, мы должны успокоить, уложить его. Если есть дома тонометр, давление померить неплохо, хорошо померить давление. Если есть дома нитроглицерин, после измерения давления при нормальном либо повышенном давлении нитроглицерин мы можем дать. Если давление низкое, мы не имеем никакого права давать, потому что мы навредим человеку. Если дома есть аспирин, пол таблеточки даем. Если
Нету, ничего не делаем, больше мы не трогаем человека, никакие препараты, какие бы нам ни казались они полезные, мы ему не даем. Мы укладываем, успокаиваем и ждем квалифицированную помощь. Все. Это вы вот описали классические симптомы, да? Да. Не классические. У нас инфаркт миокарда может маскироваться под заболевание верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, то есть приступ гастрита, острые боли в животе, может сопровождаться тошнотой, рвоты, может имитировать приступ бронхиальной астмы, то есть остро возникшая одышка может быть, может имитировать нарушение мозгового кровообращения, то есть резко возникшие головные боли, головокружение, дезориентацию, нарушение речи. В таком случае мы все равно должны вызвать скорую помощь и, опять же, исключить острую патологию, дальше уже тогда либо планово, либо экстренно обращаться за медицинской помощью. Есть еще такая категория людей, у которых бессимптомно, безболезненно эти все вещи проникают. В большинстве случаев это больные с сахарным диабетом, вот в силу особенности заболевания, они могут это переносить на ногах. Ну, там только обследование, регулярная диспансеризация может помочь. И вопрос от нашей читательницы, нужно ли менять образ жизни при болезнях сердца? Ну, это первое, это основное, что мы должны делать. Это самое простое, самое дешевое, бесплатное вообще и правильное. Обязательно должны. А стоит ли бежать сразу к врачу, если просто покалывание сердца? Ну, один раз надо сбегать, чтобы исключить, чтобы знать, что это просто покалывание, а потом можно не бегать, потом уже, когда разобрались с доктором, что это есть, потом просто знать, как себя вести в данной ситуации, как понимать эту ситуацию, что она может означать, ну и оздоравливаться. А как можно минимизировать риски возникновения сердечных заболеваний? Ну, от нас зависят те факторы, которые мы не получили по наследству. То есть у нас факторами риска является возраст, изменить не можем, мужской пол изменить не можем, расу изменить не можем, там, место жительства резко изменить не можем, генетику свою не можем. Все остальное мы можем, на это можем влиять, мы это можем корректировать, мы можем похудеть, мы можем не курить, не пить, можем заниматься активно, физическую нагрузку давать, можем правильно питаться. После сдачи анализа крови, если у нас там вышли отклонения, допустим, глюкоза повышенная или холестерин, мы можем это тоже корректировать медикаментозно и таким образом риски многократно уменьшить. А по своему опыту подскажите, у кого чаще возникают проблемы с сердцем, у мужчин или у женщин? И как вы считаете, с чем это связано? По-разному, не могу сказать. Раньше считалось, что молодые женщины не болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, что у них не бывает инфаркта, что у них не бывает инсультов, но, к сожалению, сейчас это стало встречаться, и считалось, что мужчины болеют, женщины нет, что женщины эстрогены, гормональный фон женский защищает, мужчин как бы нет. К сожалению, есть еще воздействие других внешних факторов, и плохая экология, и чрезмерное нервное напряжение, что женщины сейчас болеют наравне с мужчином, то есть догнали их. В этом и равенство теперь установилось полностью. Ну и заключительный вопрос от нашей читательницы. Можно ли спокойно жить с ВСД, и какую поддерживающую терапию нужно соблюдать? Но ВСД – это диагноз исключения, то есть это расстройство вегетативной регуляции центральной нервной системы, когда жалобы очень неспецифичные, голова то не болит, то кружится, то не кружится, сердце, то сердцебиение, то там какие-то перебои. Если человек спокойно, да, обследован, у него исключена симптоматические причины, которые вызывают вот эти симптомы, то есть эндокринная патология чаще всего, железодефицитная анемия, какие-то заболевания сердца исключены, то он тогда получает лечение у неврологов, как правило, это либо антидепрессанты, либо какие-то успокаивающие препараты, его нервно-эмоциональная сфера приходит в норму, и ему не надо с этим жить, он просто не чувствует никакого дискомфорта, живет себе здоровым. И напоследок, что можете пожелать нашим читателям? Ну, пожелать хочется только одно, чтобы берегли то, что получили по наследству, свой организм, помогли ему дожить до большого количества лет, свое здоровье берегли. Долго счастливой жизни. Спасибо, Мария, за беседу. Всего доброго. Пожалуйста.